другим темам. Новый орган государственного управления и новые назначения в правительстве. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал ряд постановлений. В правительстве республики появился новый орган государственного управления. Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям преобразован в министерство. Руководителем назначен действующий председатель Вениамин Петров. Перед новым министерством стоят серьезные задачи – обеспечение безопасности в регионе и профилактическая работа. Я приложу все усилия и своей командой, с министерством, с новым. Все задачи будут выполнены, все, что от нас зависит, мы сделаем, чтобы действительно обеспечить комплексную безопасность на селении Чувашской республики. Новый руководитель появился и в Министерстве транспорта. Им стал Александр Николаев, который занимает должность вице-премьера правительства и курирует противодействие коррупции и общественную безопасность. Глава региона подписал соответствующий указ. Рассчитываем на то, что организационная работа лучше будет выстроена с точки зрения взаимодействия с МВД, с КИППТ по тем вопросам обеспечения безопасности и снижения дорожно-транспортных происшествий. И с учетом этой коммуникации можно рассчитывать, прогнозировать, что те индикаторы, которые обозначены, мы реально можем их реализовать. Министр здравоохранения республики Владимир Викторов стал вице-премьером правительства. Он будет курировать социальный блок, координировать работу министерств по реализации национальных проектов в области демографии. Все те задачи, которые стоят перед вами, перед вашими коллегами, на сегодняшний день они тоже непростые. И касаясь уже выполнения этих мероприятий, поэтапно, пошагово мы должны достигать этих результатов. И ежедневно нужно заниматься предметно, конкретно выполнением этих мероприятий. И каждый простой человек должен почувствовать улучшение благосостояния.